Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. С вами Алексей Мороз, компания «Кровмонтаж». Я сейчас нахожусь на объекте, в котором был на диагностике в октябре. Тут много было ошибок, есть видео. Кто, может, не видел, для понимания, ссылку на видео сброшу в описании. Посмотрите. Монтаж снегосдержаний произвели на металлочерепичные саморезы. Я говорил, что их сорвет. Обязательно нужно их переделать, пока они там стояли. Но пока суть до дела, клиент там связывался там с фирмой, у них там какие-то финансовые разногласия. В общем, фирма вообще забыла сюда дорогу. Наступила зима, в общем, их всех сорвало. Они все валяются внизу, снегосдержания. И тоже нарушила желоба, порвала там стыки соединений. Ну и вот, в общем, клиент нам позвонил. И вот мы здесь сейчас делаем такой профилактический ремонт крыши, устранение всех недостатков. Вот. Вот снегосдержание. Видите, как их гнет, ломает посередине. Про снегосдержание хочу сказать, что самое дешевое на рынке, то есть они стоят, ну, 1000 рублей, очень тонкие, тут, я не знаю, миллиметра не будет. Согнуть можно руками легко. Сейчас мы снегосдержание стараемся ставить в те же дырки, потому что в кровле остались дырки от старых снегосдержаний. Так, а вот мы, которые ставим снегосдержание овальное. Овальные, друзья, всегда лучше, потому что они, видите, овалом стоят навстречу снеговой нагрузке. Вот. И они более прочные, надежные. Если хорошим крепежом закрепить, они будут стоять очень долго. Вот смотрите, каким было закручено снегосдержание. Каким мы крутим. Но это вообще у нас остаток вот этих креплений, это Орима. Орима финские. Это вот вообще хорошие. Орима дорогие. А вот этот крепеж. Тоже они болты. На 13. Китайские. Но я думаю, где их там делают, эти метизы. Но вот это очень хорошее. Крутим уже овальные снегосдержания. И фишка в том, что надо стараться попадать в старое отверстие, которое вырвало. Вот видите. Даже вот поцарапало металлочерепицу. Вот отверстие. Вот, здесь старая еще резинка, уплотнитель осталась, вот так вот. И смотрите, что снегосдержание наделало с водостоком. Вон его как повырывало, поразгибало, если вам видно туда. Каждый крюк надо выгибать, восстанавливать. Так, ну вот я поднялся на мансарду. Друзья, здесь такой стойкое ощущение влаги, потому что дом, хоть надо приоткрывать окошки, пускай проветривается. Только вот недавно ему тут штукатурили, клиенту шпаклевали. Дом так свежий, в принципе. Ощущение влажности повышенное, даже вот окна запотевают. Да, ну вот я почему, что хотел рассказать. Поменяли мы всю человеку пароизоляцию. Вот. Она проклеивается между собой. Все стыки, видите, вот эти сопряжения, потому что в этих местах там много было разрывов, теплопотерь в старой пароизоляции. Вот эти места мы заменили. Вот мы поставили фольгированную пароизоляцию. Везде стыки проклеены, это уже более чем. Вот, когда дом просохнет, все.
Мне вообще такое ощущение, мне ребята говорили, что видите вот шахту дымохода, как она сырая, сделана из пеноблоков, выложена. Мне кажется, такое ощущение, там гильзы нет. То есть с котла должна подниматься с нержавейки труба внутри шахты. Мне кажется, вот конденсирует пар из котла прям, ну, по этому пеноблоку. И ребята говорят, что дымоход, когда переделывали сверху, весь пеноблок сырой. И в него дюпель сложно даже закрепить. Он весь сырой, потому что, ну, этот вопрос надо изучать. Вот здесь мы пароизоляцию еще не доделали. Видите, куча потеков. Здесь надо разбираться с окном, потому что переделать оклад. Окно у нас Факра. Модель. Ребята, вот всем имейте в виду, модель окна находится на тыльной стороне любого, хоть Факса, Факра, хоть Велюкс. Если вам нужно приобрести какие-то доборники, вы его открываете, здесь можете модель прочитать, и вы у продавца по этому номеру ВИНу, так сказать, какие-то доборники приобрести. Там указаны и размеры окон, продавец уже будет знать. Смотрите, что с окном творится. Все сырые доски сверху и сбоку. Вот здесь сырая доска. Здесь, видите, все сырое. Видите, так называемый оклад окна. Вот он. Он имеет определенную ширину. Ну, где-то сантиметров 12-13. Вот в это место саморезы крутить категорически нельзя. Никогда не крутите сюда саморезы. Потому что как раз вокруг окна вот вода течет, бьется в этот в оклад окна сверху. И она обтекает его с обоих сторон. И вода по этим желобкам, вот видите, который первый страховочник, вылетает уже и течет дальше по скату. Даже если здесь как-то снег перескочит эту страховочный замок, да, есть второй. И уплотнитель. И все равно водичка должна выйти. Потом есть третий. Тут, в принципе, система защиты довольно-таки надежная. Но что было сделано? Видите, вот отверстие. Отверстие в этих местах. И вот поэтому, дорогие друзья, оклад требует теперь замены. Вот здесь все мокрое вокруг. Конечно, я клиенту скажу рекомендации, что вот смотрите, гидроизоляция из Аспана АМ, как сделано. Все это, столько разрывов. Ну, это мои ребята еще поправят здесь. Но, говорит, мастер у меня, когда вскрывал дымоходы, вокруг дымохода, сырые доски, это о чем говорит, то, что конденсат там есть. В принципе, внутри он не наблюдается, изнутри. Пароизоляцию мы сейчас сделали, но еще раз оговорю, что влажности в доме очень много. Пока будем считать, что наблюдать за крышей, все, дом просушится, все штукатурные работы, по стяжке, и надеюсь, полегчает. Потому что вот как раз зиму велись все работы здесь по шпаклевке и так далее. Вот, ребята, смотрите, все сырое. Что творится? Вот мы скрыли вокруг окна. Вся доска, все сырое, и вон там, видите, конденсат, это вот изоспан АМ, так он работает. Ну, я так вот сделано. Я считаю, если бы здесь была хорошая пароизоляция и грамотно намонтировано, как мы сделали сейчас, то бы этого не было, было бы намного меньше, потому что из-за плохой пароизоляции вся влага шла туда, в утеплитель. Еще, дорогие друзья, вот я был в октябре, не было гаража. Вот клиент построил гараж. Ну вот, я не знаю, ладно, но если крышу виновата контора ему делала, там, некачественные строители. Если кровлю ему делала контора, там, он им доверился, неправильно сделали, согласен. Но уже обжегшись, человек сделал вот кровлю металлочерепицы. Здесь угол, ну, я не знаю, градуса 3-4. Сейчас я вам покажу, подымусь. Ну, нельзя. Теперь он меня спрашивает поменять на фальцевую кровлю. Это я уже ему объяснил. То есть, мои ребята. Сейчас вам покажу, почему вот подымусь наверх.
Хотя визуально я ничего не хочу сказать. Она вот, зайдем внутрь. Сейчас там лежит снег сверху. Она не течет пока. Протечек явных, видных нет. Все стекает. Мембрану не проложил все равно. Проложил, вот не знаю, что это такое. Для холодных кровель, видимо. Ну, потеков не видно. Ну, посмотрите. Стоит вода. Со временем этот саморез, там резиночка прохудится, либо еще что-то, он начнет капать. Второй аспект. На этой крыше будет глыба по-любому снежная. Либо ее надо очистить, либо вот что произойдет. В весенний период снег начинает таять, а глыба эта еще не упала. Она лежит здесь. Водичка упирается в эту глыбу. Как только она поднимается выше волн, вода, она затекает во все стыки. Вода поднимается выше волн металлочерепицы, она попадает везде. Эта крыша требует замены кровельного материала. Не делайте так никогда. А здесь вообще кудесники. Да, еще хочу показать. Вон, видите, установили воронку для одиночной установки. Там две эндовые сходятся в одной точке. И вот анекдот. Раньше было там просто выход, кусочек желоба вот такой маленький. И вода дождевая пролетала мимо. Естественно, это неправильно. Надо ставить воронку для одиночной установки. Вот то, что мы уже поставили клиенту. Сейчас вода идет уже туда, попадает. Итак, дорогие друзья, надеюсь, мой видеоотчет был интересным для вас, полезным. Оставайтесь с компанией Кровмонтаж. До новых встреч. Пока.